такое лендинг-пейдж? Лендинг-пейдж, другими словами, одностраничник, страница приземления, страница захвата. Как и многое другое, лендинг-пейдж пришел к нам с Запада. К слову сказать, на западном рынке 94% бизнеса работает с применением одностраничных сайтов. У нас этот бизнес-инструмент только набирает обороты, но тем не менее многие до сих пор не поняли реальной ценности данного направления и, соответственно, теряют колоссальный объем прибыли. Так сказать, упущенная прибыль, о которой они даже не подозревают. В современном мире интернет превратился в мощный инструмент продаж товаров и услуг. Однако реалии таковы, что для старта бизнеса совсем не обязательно иметь свой сайт. Сегодня именно одностраничники могут стать точкой входа в бизнес. И благодаря этой маленькой странице можно создавать целые корпорации. Давайте определим, для чего необходим данный маркетинговый инструмент. В чем его ценность? Лендинг-пейдж – это сайт в одну страницу. Он может быть коротким, в один экран, может быть длинным. И его основная роль – привлечь внимание на одно действие и побудить совершить это действие. Например, подписаться в рассылку, заказать тренинг, позвонить в агентство недвижимости или купить какой-то продукт. То есть сделать всего одно конкретное действие. Это и есть главное отличие лендингов от обычных сайтов, на которых внимание рассеивается, потому что нет фокусировки на одной цели. Именно это позволяет одностраничным сайтам быть более эффективными и результативными, а значит и более популярными. Повторюсь, самое ценное на сегодня в лендинг-пейдж – то, что начать бизнес можно не имея своего блога или сайта. Можно иметь одностраничник, рассылку на смарт-респондере и джаст-клике и вести вполне прибыльный бизнес. И самое приятное, что больших вложений для этого не потребуется. Если вы обратитесь к нашему сервису GoldInfoBiz, в конструкторе которого представлено несколько десятков одностраничников разной направленности, включая вирусные фишки, продающие триггеры, использование таймера, обратного звонка, скрипта «Социальный замок», скрипта «Рекомендация другу», сплит-тестирование, более 2000 элементов продающей графики и многое другое. Помните, что бизнес на сегодня создать очень просто, главное не упустить момент. Именно поэтому прямо сейчас переходите по ссылке сверху. Делитесь своими мыслями в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе новостей по бизнес-тематике. Удачного вам бизнеса и до новых встреч!